Всем привет! Меня зовут Маргарита, и сегодня я хочу рассказать про новинку этого сезона «Бабало 2020». Хотелось бы сразу начать с изменений, которые у данной модели. Итак, изменилась накидочка. Теперь она стала в цвет вашему текстиля, и у нее теперь удобное проникновение. Вы расстегиваете серединку, и не нужно снимать чехол. Также чехол стал более плотный и, как я уже сказала, в цвет. Удлинитель спального места теперь имеет накладочку из эко-кожи, что позволит вам защитить вашу коляску от грязи. Колеса данной модели стали больше. Заднее колесо 18 см, переднее 15. В связи с этим увеличился вес коляски. Теперь он составляет не 6,5 кг, а 8 кг. Изменению подлежит также корзина. Она стала более... больше и вместительнее. И появилось вот такое окошко, которое позволяет быстро проникнуть в корзину. Также появилась дополнительная балка, которая связывает шасси. Соответственно, рама будет более крепче. Из изменений, наверное, это все. Хотелось бы в общих чертах проговорить по коляске. Капюшон у нее очень длинный, также вы можете его спрятать, уменьшить. Есть вот такие проветриваемые окошки солнцезащитные. Есть силиконовое окошко здесь на капюшончике. Пятиточные ремни с мягкими накладочками. Разделитель между ног. Бампер, который легко расстегивается посередине, имеет кожаные чехлы и бампер, и ручка мамы. Длина спального места осталась, как у 2019 модели, 86 см, ширина 34 см. Колеса состоят из полиуретана, сделаны из полиуретана, и не остаются следов, и не издают звуков. Передние колеса 360 угол вращения с возможностью блокировки. Что входит в комплект? Комплект у данной коляски полный: подстаканник, держатель для руки, чтобы коляска не уехала. Дождевик, москитная сеточка, инструкция, сумка для переноски и, конечно же, накидочка на ноги и крючок для покупок, который легко у вас повешается сюда, подстаканник. Плюс этой коляски в том, что она легко складывается, она компактная, складывается в такой удобный чемоданчик и есть вот такая ручка, как на чемодане. Также дополнительно есть ручка, с помощью которой вы можете понести коляску также в руках. И коляска легко разбирается вот таким образом. Если у вас остались вопросы, пишите в директ. Пока!